пользовался, а во-вторых, вот эта травма, конечно, омрачила нынешнюю регулярку для Зията Пегина. Спрашивали Белялетдинова о том, все сам сделал. И меня приглушил в этот момент. Как все легко получилось, да, как в игре на приставке. Выехал на ударную позицию, нажал на кнопку броска, и это гол. Мешал ему активно Василий Стрельцов в этой ситуации. Но в итоге...